По легенде, несанкционированный митинг начался в 10 часов утра на Советской площади в Твери. В нем участвовали около 100 человек, которые выкрикивали антиправительственные лозунги. Спустя час их численность выросла до 200 человек. Задачи по пресечению массовых беспорядков взяли на себя бойцы отряда мобильного особого назначения, которые отныне составляют костяк вновь созданной Национальной гвардии. Оцепление, блокирование толпы – это изъятие наиболее активных членов, участников массовых беспорядков, это и взаимодействие оперативных групп, это отработка задержанных на предмет причастия к совершению противоправных действий. Роль тех, кто совершал противоправные действия, исполняли сотрудники патрульно-постовой службы. Помимо этого, в учениях приняли участие работники ГИБДД, конвойной службы уголовного розыска. Общими слаженными действиями более 200 человек были выполнены главные задачи тактика специальных учений по устранению угрозы массовых беспорядков. Естественно, все действия проводились, по крайней мере, мы старались провести, чтобы это было как в реальной жизни. Как в реальной жизни действовали не только сотрудники ОМОНа, но и те, кто играл роль нарушителей. Вы обратили внимание, что и сотрудники, которые играли роль хулиганов, были проинструктированы таким образом, чтобы они видели, бросали всякие подручные предметы, выкрикивали лозунги. Сотрудники патрульно-постовой службы выглядели и действовали столь убедительно, что подавить учиненный ими учебный беспорядок оказалось не очень просто. Иначе нельзя. Силовые подразделения должны быть готовы к любым сложностям, которые могут возникнуть в ходе выполнения реального задания. Отработка шла довольно-таки такая в жестком режиме. Хулиганы, имитирующие нападения, работали жестко, я скажу, даже, наверное, практически в пределах своих возможностей физических. Но подразделение, благодаря своему высокому уровню подготовки, отработало на 5 с плюсом, пресекла все незаконные эти нападения, пресечение хулиганских побуждений. Были каждый нарушитель задержан и дальнейшем был сопровожден в автозак. Никита Васильев, Максим Андреев, РЕН-ТВ «Пилот».